Киты – удивительные создания. Огромные, действительно огромные, но при этом совершенно безобидные. По крайней мере, голубые киты. Истинный масштаб этих гигантов представить себе очень сложно, даже по фотографиям. Пока вы не увидите их вживую, вам вряд ли удастся прочувствовать величие этих созданий. Сезонная миграция китов – удивительное зрелище, привлекающее немало туристов в некоторые страны Океании. Синие киты – самые большие животные, когда-либо обитавшие на Земле. Длина тела взрослого кита этого вида может достигать 33 метров, а масса превышает 150 тонн. Киты произошли от сухопутных парнокопытных млекопитающих, и случился этот эволюционный скачок около 54 миллионов лет назад. На их огромных телах до сих пор есть шерсть. Они теплокровны и выкармливают свое потомство молоком. Киты способны плавать даже в очень холодной воде, благодаря толстому слою жира под шкурой. Во время сна киты должны периодически подниматься на поверхность и вдыхать воздух, поэтому в определенный момент времени у них спит только половина мозга. В прошлом люди верили, что Земля покоится на спинах 3 больших и 30 маленьких китов. Язык синего кита весит 4 тонны. Он настолько велик, что при желании на нем могут разместиться до 50 человек. Киты могут не спать до 100 дней и не есть до 10 месяцев. Новорожденные китята весят несколько тонн и имеют длину тела около 8 метров. Каждый день они выпивают 350-390 литров молока матери. Вес полугодовалых китят достигает 25 тонн. Кровь китов насыщена кислородом больше, чем у каких-либо других млекопитающих. За секунду киты вдыхают 2000 литров воздуха. Причем делают они это не ртом, а дыхалом, расположенным на задней части головы. Во время выдоха гренландские киты выпускают вверх фонтан высотой до 6 метров. Диаметр сосудов китов сопоставим с диаметром ведер. Огромные сердца перекачивают по ним 8 тонн литров крови. Киты способны задерживать дыхание на несколько часов. Сердце синего кита самое большое в мире. Его вес составляет около тонны. Это намного больше, чем сердце слона, самого крупного сухопутного существа. Киты могут поглощать до 8 миллионов калорий в день. Ушей у китов нет. Они слышат при помощи нижней челюсти. У китов плохое зрение, полностью отсутствует обоняние и чувство вкуса. На большой глубине из глаз китов текут жирные слезы, защищающие глаза от соли и позволяющие лучше видеть. Киты и люди – единственные млекопитающие, поющие песни. Больше всего мелодичных звуков издают белые киты. Голосовых связок у китов нет, но это не мешает им исполнять свои песни по 30-40 минут. Хвосты китов уникальны, как отпечатки пальцев у людей. Двух одинаковых в природе не существует. Киты-финвалы издают звуки такой низкой частоты, что для человеческого слуха они недоступны. Киты способны погружаться на глубину до 3,5 километров. Во время погружения работа их внутренних органов замедляется. Например, сердце делает всего 10 ударов в минуту. Киты не пьют морскую воду. Они извлекают влагу из пищи. У самцов китов самый большой половой орган среди всех животных. Его длина достигает 3 метров, а диаметр 30 сантиметров. При этом яйцеклетка кита по размеру сопоставима с яйцеклеткой мыши. В прошлом киты-нарвалы оказались на грани вымирания из-за повышенного интереса людей к их рогам. В частности, мошенники убеждали своих жертв, что это рога единорогов. Продолжительность жизни некоторых видов китов превышает 100 лет. Кашалоты способны совершать самые глубинные погружения среди всех морских млекопитающих. В поисках пищи они опускаются на глубину до 2 километров. И это были 27 интересных фактов о китах. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!